по этому аспекту игры. В первой половине хорошая передача, хорошо выловил, замечательно забивает Рашон Томас. Этот вот не надо. Брайан смог помешать. Мяч даже не коснулся дужки кольца. Вот подобрать не получилось. И вот здесь Лукобанки будет пробивать еще и бонусный штрафной. Ивлева убрать. Вильямса поставить. Вот здесь точно так поймал Ивлева. Забивают. Отрывают. Даже не попытался выпрыгнуть. Ногами сработал. Казалось бы, сейчас выпрыгнет, накроет. Но в итоге... Следующие все будут пробивать. Этот-то пробивается, потому что при броске. Уверенно забивает первый штрафной Томас. Трибуны помогли. Концовку-то мы уже в любом случае получили. 3.55 и 2 очка разницы. То есть как бы дальше не складывалось. То есть мы видим уже концовку с вами. Локомотива с переходом в зонную защиту. И вот Деккер ушел высоковато. И да, обязан стоить дальний. И снова дотянулся. Три раза коснулся мяча, а Калнетис потерял его. Очень обидная потеря. И, что называется... И тайм-аутом реагирует Лукобанки. Причем Калнетис уже мог дальше. Он выпадал да, в аут. Он, да, вот сейчас на повторе это было видно, что он терял равновесие, ему надо было дать передачу. Тогда возникает вопрос, когда видят...